Тимура, давай покажи ко всему свету, как ты умеешь. Приложили к груди. Это самое начало жизни Тимура, который благодаря кесареву сечению появился на свет. А помогла ему в этом Галина Слинько, акушерка. Сегодня на рабочем месте она отмечает профессиональный праздник. Причем в профессии она оказалась самым неожиданным образом. В 35 лет практикующий юрист с высшим образованием пошла в медицинский колледж на акушерку. Выбор всей жизни помогла сделать случайность. Второго ребенка я пришла рожать сюда. Так получилось, что по месту жительства я отношусь ко второму роддому, но он был закрыт на помывку, и меня привезли сюда. И после того, как я родила здесь ребеночка, я поняла, что это мой не родильный дом, а родной дом, потому что настолько здесь отношение к женщинам, к их детям, настолько здесь замечательный коллектив, что я сменила профессию, я получила среднее специальное образование. Вот уже 15 лет Галина не может представить себя в другой профессии. Говорит, впервые 2 года принимала роды и плакала. Акушерство считает одним из лучших призваний для женщины. Тем не менее, в пандемию работа акушеров, как и остальных врачей, была много тяжелее обычного. А именно второй роддом при 11-й горбольнице стал обсервационным. И уже не первый раз в своей истории. Почти все время своего существования здесь принимали зараженных мам. И только пару лет назад статус обсервационного был потерян, пока не пришел COVID-19. Сложилось мнение в мире, что мы победили все виды инфекции, вирусы, вакцинацией, антибиотиками, бактерии. Вот. И теперь можно обойтись без роддома, который берет все, что опасно для окружающих, так можем сказать, в составе многопрофильного стационара. А эти функции можно переложить на отдельные боксированные палаты в каждом отдельном роддоме. Но когда пришел новый вирус, роддом при 11-й больнице взял весь поток ковидных рожениц на себя. При этом и акушерки, и акушеры-гинекологи, которые работали в противочумных костюмах и которые несли ответственность за жизнь ребенка и каждой матери, не потеряли никого при коронавирусных родах. А сегодня, в день акушера, выписали последнюю маму, поступившую с коронавирусом. Чем не подарок? Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.